Всем привет, ребят. Ну что, сегодня был немножко занят. Решил попозже вам записать видосик. По поводу, наверное, самой топовой удачи, ну, пока что с бесплатки на этом аккаунте, я сегодня затащил. С бесплаточки Лего, когда проходил квестики с утра, как обычно, на бездонатном этом аккаунте, просто тупо подфартило, я офигел. Вот так вот у меня уже есть мастер-рун. Да, понятно, у меня ресурсов на его прокачку, ну, в принципе, плюс-минус есть, но на PvP локации он мне очень и очень зайдет, я думаю. Я, наверное, его тоже буду эволюционировать. Сейчас я, как видите, коплю самоцветы для того, чтобы дальше... Так, а что у нас есть по акциям интересного? Нету еще найма. Я жду, коплю по коплюхе итемы для обмена. На немке реально самый топовый обмен. Хочу достать, попробовать за супер найм некоторых героев. Мы в прошлый раз с вами собрали отсюда... дракона. Так, я дракона вроде открыл. Поехали в инвентарь. Надо будет доделать вторую эволюцию еще. В общем, мастер рун у меня уже есть. Правда, нету коробочек, скажем так, для его прокачки. Но я думаю, мы это исправим. Да, видите, немножко не хватает даже слизней. 162к. Ну, надо дофигище, надо... Сколько нам? 60 тысяч на плюс 20, 80 тысяч на эволюции. Ну, я подумаю, кого я сделаю. У меня уже Фрейка есть, Лисица есть. В принципе, я смогу еще сделать, да, там два героя перевести. Что у меня по героям есть? Какие варианты? Ну, ворожая надо однозначно переводить для хила. И, скорее всего, что мастера рун, наверное, сделаю. Хотя можно было бы и Розу сделать. Либо того же самого землеройка, но мастер рун хороший будет на некоторые локации. Ну, это классный, один из таких топовых героев для бездоната. В общем, посмотрим по обмену. 93 итема, мне надо в среднем 150 где-то. Ну, я думаю, добью за эти пару дней. Это сделаю, монетки заберем однозначно. И вот этот вот найм, это считайте 10 попыток. Это реально самая космическая тема, которая есть. Шанс для бездоната. Так, окей. Я один раз уже был пропустил на той неделе. Сейчас будем пробовать опять же бегать три рыла. Не знаю, что с этого получится. Но в любом случае мне надо дальше пробовать. Ремочек у меня таки нету. Проходить эту локацию. Первый этаж я без проблем фармил. Но надо бежать дальше. Мне надо зафармить Мэри. И когда у меня уже будет Мэри на этом аккаунте, это будет намного все проще. Ну, я не знаю, скорее всего, я мастера рун тоже сделаю вторую эволюцию. Потому что он реально обалденнейший герой для PvP локаций. Ну, на фарме мне от него толку, по сути, никакого не будет. Хотя, в принципе, на волны тоже можно использовать его. Так, что там у нас... Я смотрю, картинка, как обычно, какого-то фига обрезается. Не знаю, почему. Сейчас мы это все поправим. Вот так вот сделаем. Такс. Что дальше? Вчера была у нас битва гильдии. Я уже просто, ну, по времени... не успевал, уже не стримил. Надо будет разобраться все-таки с Нарсией, надо будет ее фармить. Сейчас мы тоже туда забежим. Мне интересно, вот уже вторая эволюция. Видите, немножко поднял силу, плюс добавил пару героев и просто начался трэш. Вторая эволюция уже на первом этаже. Ну, в принципе, с моими героями, вот благодаря тому, что я не тратил ресурсы, а копил и прокачал Огника там на 30-й, да, Фрейю на 20-й, мне сейчас намного проще. Ну, Фрейя, конечно, нам упала с большим трудом, но она у нас уже есть. Плюс есть Лисица, которую собрали, осталось
Ну, я думаю, из таких топовых это получить Зефира и собрать Мэри. Божество только с карт. Карты на немецком сервере, к сожалению, достать сложно. Можно, конечно. Ну, у нас будут монетки сейчас. В общем, надо копить в первую очередь самоцветы, а там дальше будет видно. О, здравствуйте. Ну, в принципе, этого, я думаю, должен зафигачить. У меня фрая хорошая. Так, минус лисица. Блин, это всего лишь первый этаж. Это просто жесть. Оккультист, ну, смотрите, к моего огника просто тупо слили. Офигеть. Ну, здравствуйте. Писец. Вот, вот, вот и писец. Вот что значит, немножко прокачался. И начались проблемы с локацией, как и у многих. Надо, наверное, брать реально одного только огника с собой, как я до этого делал, и не заморачиваться. Ну, смотрите, опять лисица минус. Там недомогание, смотрю. Сейчас будет минус огник и минус фрея. А я их не пробиваю. Сам прикол в том, что я их реально не пробиваю. Псец. Ну вот. Вот вам и прикол. Пофармил называется. Жесть. Ну, минус один герой сделал. Ну, давайте еще попробуем. Сейчас единственное, я гляну, что там у меня. Вот тут нормальная домашняя сборка. Тут можно, в принципе, убрать. Попробуем такой вариант. Да. Первый этаж. Не видать мне, короче, ближайших 2 месяца Мэри, походу. Хотя, в принципе, Фрая сейчас должна долбить нормальные. Отлично. Вы видите огника? Я не знаю. С ним будет реально сложно, мне кажется, справиться. Я убрал недомогание. Да, надо пробовать одним огником бегать. Не надо ставить сюда, наверное, Фрею. Я бегал одним огником, было нормально. Ну, лисица тоже, как видите, просто... Нифига себе! Это как-то нам, я так понял, повезло. Подрубили читы. Ну, реально сложно стало бегать. Герои с эволюциями. Ну, что я хочу? У меня герои с 30-ми прорывами. 20-30-е прорывы. Да тоже влияет. Плюс силу поднял, тоже влияет. Самый оптимальный вариант это был... до 100к бегать. Я бегал, в принципе, и без этих героев. Конечно, раз на раз не приходится. Как видите, бывают и такие пачки. Но очень большой шанс уже. Единственное, что я еще Зефира не встретил, Барда и прочих, потому что у меня сила не особо такая большая еще. Но это, я думаю, все впереди. Самое главное, не попасть на этого Наронина с отхилом. И хотя, в принципе, у меня для этого лисы есть, я его специально взял против Ронина, но не знаю. Остальных плюс-минус я должен добивать без проблем. Ну и то, как видите, не очень хорошо Фрея даже улетает. Феникс тоже. Ну, самое главное, чтобы не попадались герои с отхилами. Если будут герои с отхилами, это все. Надо обратно будет возвращать недомогание на огника. Ну, хотя, в принципе, у Фрея у меня стоит урезание отхилом, но это не особо спасает. Вот, видите, наполовину уже пробил. Оптимизация... А, у меня уже Фрея разобрали, ну, супер. Сейчас моего огника еще коцнут. Да... Печалька, короче. Вот так и выживаем. То есть надо все-таки бегать одним героем. И не раздувать силу. Другого варианта нет. Когда уже соберу, тогда я буду собирать уже Некроса. Его, думаю, попроще будет собрать. Плюс у меня там какие-то осколки есть. Надо, кстати, сейчас чекнуть, что у меня там по осколкам. Как видите, проблемно идет. Пробуем добить.
до 140к отхил. Ну, в принципе, я должен пробить это все без проблем. 16.020, это у нас получается, там стоит победный, скорее всего. Так, резнули. Ну, лис, я не знаю, лис какой-то ватный. Хотя вроде и прокачка нормальная, но без прорыва реально он очень ватный. Хоть по нем миссуют, реально очень круто. Но от него тоже есть толк. Но надо его однозначно прокачивать. Без этого никак. Так, а тут у нас что? Тут у нас Фрейя с отхилом, что ли? Да, Космо. Космо с этим, с маскировкой. В общем, с чем тут только не шутят. Да, трэш какой-то, короче. В общем, будем пробовать тащить. Других вариантов у нас нет. Вот такие вот, ребятушки, дела. Думаю, завтра уже, что у нас там, суббота. Может, сегодня еще побегаю. Я вчера говорил, что буду бегать, но не получилось. Может, что-то другое побегаю. Посмотрю сейчас, как по времени будет. Потому что надо кое-что поделать, но... Хочется поиграть. Скачал еще Мафию. Думаю, сегодня поиграю. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.